В принципе, на этом видео можно завершать. Это буквально краткий пересказ моей игры после завершения сюжета. Тем не менее, привет. Меня зовут Егор. Да, я извиняюсь за все, что сказал ранее. Старый обзор был не полон, не всегда корректен. А если вы как-то попали сюда, перескочив, вот вам ссылка на него. Ну а с другой стороны, что вы хотели от зеленого новичка? Это был мой субъективный опыт, я так и написал, смотрите, субъективно. А тем временем 32 человека занесли меня в черный список, и возможно теперь охотятся на меня по зоне. Но теперь я потратил еще 50 часов и могу гордиться трехзначным числом в игровом профиле. Или лучше скрывать это? Так на что же я их потратил? Ну что, готовы? Готовы узнать, как я преобразился за столько часов? Спойлер. Я, блять, никуда не продвинулся, никуда! И это много говорит о геймплее в конце игры. Вот вы прошли сюжет игры и остались совершенно одни. Такое чувство, что вы потеряли цель в жизни, никаких подсказок, что делать дальше, ничего. Только вы и холодная сталь оружия в ваших мозолистых руках. Как говорят у нас на армейских складах, забудьте все, что вы знали об этой игре до бара. Это была вообще не игра, а так, песочница. Настоящие испытания ждут вас впереди. И сегодня вы узнаете, почему интровертам тут не место, как долг и свобода связаны с Камасутрой, с каким органом человеческого тела соотносится Лиманск и как выиграть холодец в конкурсе на канале. Ой, блин. Они меня ждут? Эти неприятности? Я пошел! Продолжение моего путешествия выпало на новогодние праздники, когда разработчики обновили игру и добавили туда женщину. Ну, я считаю, это сильный ход, в принципе, там еще какие-то елочки, были подарки, снег, но это уже лишнее. А если серьезно, надо было успевать собирать подарки, раскиданные по локациям, чтобы из них выпадали новогодние украшения, ими украшать елку, увеличить ее уровень и получать кейсы. Моей стратегией было выбить хоть что-то хорошее, кроме очередных шампанских и уже надкушенных мандаринов. Но в принципе я получил первую фиолетовую шмотку из кейса, и она оказалась даже полезной, магазин для вала. Игра сообщает, что обмотанный изолентой поношенный магазин намного быстрее перезаряжать, чем обычный. Ну, верим. На свалке также Дед Мороз сбрасывал аирдропы, тем самым поддерживая войну группировок. Ну, не самый позитивный персонаж, видимо. И если на северных локациях шанс получения добычи стремился к нулю, то здесь был хотя бы мимолетный шанс получить что-то интересное. К сожалению, не повезло. Единственный груз, который был получен, это груз 200 в виде меня. Программа минимум была выполнена, и я задумался, что делать дальше. Первым делом я решил проверить аукцион, так как у меня накопилось около 500 тысяч рублей, и мне хотелось заиметь какую-нибудь крутую вещь. Зная контингент Сталкрафта, я честно побоялся спрашивать в чате, чтобы мне такое купить. Прикинув стоимость, выбор пал на ХК PSG. Был ли я доволен покупкой? Очень. Смотрите, как красиво она лежит в персональном складе. Вдобавок, немножко дофармив ресурсов, пробивая себя и все вокруг током, как долбанный Тор, я наградил себя покупкой универсального прицела на X6, который я хотел давно приобрести. Пусть он и был изначально задуман для ХК, но прекрасно показал себя и на мной любимый М1А. На самом деле, это еще раз говорит о том, что сюжетные бесплатные пушки не так уж и плохи, и чтобы их заменить на что-то существенное, требуется ну просто нереальное количество денег. Метки на карте постоянно мозолили глаза, поэтому как человек чести, который пообещал, что работа будет выполнена, я взялся доделывать побочные ветки квестов. Я начал с квеста Огонька. Даже не помню, какая завязка была, но что-то с выжигателем мозгов, двое мужиков тронулись умом и спорят друг с другом о том, что с ними был еще один мужик. Как оказалось, третий действительно был. Они сообразили на троих, но одного застрелили, когда он превращался в зомби. Чтобы не мучить молодого сталкера угрызениями совести, было принято решение подкупить всех, кто знал погибшего, и отрицать его существование. Мы соглашаемся, что так будет лучше, и получаем в награду ручной пулемет Дегтярева. Далее я отправился на юг. Поводом для посещения квестов на начальной локации было еще и то, что мне нужно было отнести оборудование для еженедельного квеста. Сразу 5 рюкзаков, уж не знаю, куда я все это нацепил. А также требовалось обновить рюкзак на более дорогой, а для этого требовались вещи из начала игры. Я отправился в путь. О, этот прекрасный переход из бара на свалку.
Накопал алюминия, добежал без происшествий до АТП, выпил со снеговиком и все-таки купил рюкзак в бартере. Далее отправляемся на болото, чтобы выкупить обрез для гностика у Боба. Естественно, я за столько часов забыл, в чем там была суть. Ну, будем считать, что гностик просто стесняется, а я его друг. Начинается какая-то мутная тема, у меня требуют денег, и я бы, может, и не против потратить немного времени, чтобы закопать этого Боба поглубже, туда, где, собственно, бабам самое и место. Но время – деньги. И деньги, получается замкнутый круг, поэтому я просто даю 4000 рублей и зарекаюсь больше никогда не возвращаться на болото. Запомните эту фразу. Потом собираем грибы для гностика, будем считать, что для вкусного супа. По дороге обратно на базу заодно устанавливаем сканеры для ученых, приносим грибы, нам назначают свидание в темной долине. Пока мы еще здесь помогаем охотнику убить здорового кабана, убиваем кабана и охотника, продаем голову кабана, получаем бесполезный на данном уровне развития дробовик, идем в темную долину, вводим гностика в осознанный сон, гностик не отвечает. Ну, будем считать, что он просто крепко спит. Собираем деньги за работу, комиксы с синим ежом и уходим обратно в родной бар. Там мы доделываем квест марафонца и ищем ему доктор, чтобы вылечить ноги. Марафонцу. Суровая ирония жизни. Причем тащимся сразу в рыжий лес в поисках самого лучшего специалиста. Ужиком ползаем в кустах, уворачиваясь от всех, кто может стрелять. Находим врача на самом лучшем месте для того, чтобы получить пулю. Буквально самое просматриваемое здание со всей локации. Договариваемся о лечении, спускаемся вниз, умираем. Ну, можно сказать, что так и было задумано, чтобы быстро телепортироваться в бар, если бы это было так. И вот за все это получаем 10 тысяч рублей. Совершенно несправедливое распределение наград в квестах. Если брать в сравнение следующий и последний выполненный мною квест, где нужно всего лишь дойти до мертвого города и зачистить группу врагов, за что получаешь вереск, то есть буквально пушку 4-5 уровня бартера. Как для меня, это намного проще, чем квест марафонца. И кстати, за 100 часов я собрал почти все квестовое оружие. Наверное, не считая дробовика от деда, но там слишком замороченный квест. Сначала надо найти этого деда, потом нарубить ему дрова, выпить с ним. И волки среди ночи завыли под окном. Конечно, когда у меня перегруз, надо влететь в аномалию. Я все-таки живу в России и прекрасно знаю песню «Лесник», поэтому ну его нахер. Заметили эту херню у меня в руках. Гуляя так по всем локациям, изучая местные красоты, я, по вашим заветам, пытался находить прикопы. Да, как видите, я читаю комментарии и теперь знаю, что с помощью этой фигни можно найти другую фигню. Мне обещали золотые горы. Но эта механика работает так криво, что постоянно указывает мне либо за границы карты, либо эти прикопы закапывали бульдозером настолько глубоко, что кроты уже все разобрали. И вот долгожданный сундук, в котором, ну, 1010 рублей. Да, что хочется сказать. Учитывая, что сигналы на свой биг, гак, сак, гек поступают очень редко, учитывая багованность этой механики, учитывая, что зарядка этой херни стоит 4000 рублей, а разряжается она за 5-7 использований. Не знаю, ребят, не знаю. Может быть, мне просто не повезло. Вернувшись в бар, был сделан выбор в пользу продолжения выполнения еженедельного задания, так как это было по пути со сбором вещей из локации лес для еще более продвинутого рюкзака. Кстати, рюкзак, прицел, о котором я говорил ранее, это все, понимаете? Это все, что я успел обменять в бартере за дополнительные 50 часов. 2 обвеса. И это вместо 1000 слов говорит многое о количестве фарма в этой игре. И я думал сделать все быстро. Ага, как же. Кто бы мог подумать, что это задание растянется как раз на неделю. Конечно, здесь стоит учитывать и время, потраченное на внезапные смерти, возвращение обратно на точки и так далее. Я оказался втянут в очередную авантюру долбанных ученых. Давайте посмотрим, что нам предлагалось выполнить за 22 тысячи рублей. 10 ростков ромашки, немного опыта и деталей для ремонта. Первоначально мне повезло, что рюкзаки на начальной локации я уже отнес, как было по пути. Далее. Нужно было получить из разрывов в пространстве квестовые предметы. Потратив 10 тысяч рублей на покупку аномальных установок и уворачиваясь от летящих сперматозоидов,
Вы в ритме танго кружитесь вокруг этой установки в течение 5 минут. Умножаем время на количество нужных квестовых предметов, а это 5 штук. Получаем 25 минут плюс 5 минут из-за невыпавшего предмета. Потраченного времени только на то, чтобы бегать кругами. Все? Нет, не все. Далее изображаем себе моторную лодку, которая катается в озере в ожидании писка металлодетектора, чтобы собрать прикопы, которые очень редко появляются в лесу. Все? Нет, не все. Установить сканеры на свалке в двух разных скоплениях аномалий. Все? Нет, не все. Собрать желчь мутантов на армейских складах. Тут странное задание начало увеличиваться в геометрической прогрессии. Какая желчь? Для чего? И что-то я не вижу в зоне ни одного эндоскописта, ни одного аппарата ФГС. Как я буду все это доставать? О, как удобно, что кто-то заранее прилил ее в баночки, даже руки пачкать не надо. А теперь-то все? Ну, почти. Осталось убить двух псевдогигантов. В теории их надо было еще найти, ну, допустим, сделано. Что дальше? Странно, новых квестов нет, пора возвращаться за наградой? А нет ее. Квест просто исчез и пожелал долгих лет жизни. Ну, что за фигня? Бондаренко. Бондаренко, верни деньги. Ничего, привыкайте. Игра закаляет ваш характер. Сделал ли я какие-то выводы из этой ситуации? Даже если я бы и выполнил этот квест, если так прикинуть, на все патроны и аптечки на те же самые аномальные установки было потрачено явно больше 22 тысяч рублей награды. Так а в чем, собственно, тогда соль выполнять такую миссию? Я могу понять смысл от ежедневных квестов. Тебе просто по пути с фармом и походами на северные локации зачищать небольшие кучки мутантов и находить предметы. Но недельное задание требует от тебя похождения по всей зоне. Какие-то неебические усилия. А дело вот в чем. На более высоких уровнях репутации за выполнение таких заданий дается некоторая сыворотка, которая нужна для бартеров самых мощных пушек и брони. Так что смысл выполнять эти квесты имеется. Но по сути это еще одно ограничение в развитии персонажа. Вы только представьте, что для какой-то пушки, например, нужно 50 штук такой сыворот, а за одну неделю ты можешь получить только максимум там 3-5 штучек. Калькулируем и получаем минимум 10 недель игры для получения одной пушки. Так что имейте в виду, смотрите по наградам, нужна она вам или нет. Почистив свой лист активных задач и решительно осудив ученых, прописав им хорошую двоечку, я направился на армейские склады, дабы убить трех зайцев одновременно, получить репутацию 7 уровня в баре, нафармить ресурсов для будущих бартеров, и заодно я взял ежедневные задания на этой же локации. Не сказать, что все проходило гладко. С попеременным успехом я защищался от врагов, умирал, фармил мобов, иногда мобы фармили меня. Резко закончился снег, да и женщина в баре пропала. Что в принципе неудивительно, зона все-таки аномальная. Я мог гордиться своей статистикой, хотя бы потому, что не каждый выдержит 400 смертей и перерождений в этом мире. Знаете, да. Если воспринимать эту игру как чистилище, где ты умираешь и перерождаешься, чтобы очистить... Да ё-твою. Знаете, если воспринимать эту игру как чистилище, где ты... Блять, я походу сам в чистилище нахожусь уже. Знаете, если воспринимать эту игру как чистилище, где ты умираешь и перерождаешься, чтобы очистить себя и стать лучше... Это в каком-то роде даже может кому-то понравиться. К сожалению, мои философские потуги к размышлению никак не помогали продвигаться в моих целях. А одна и та же локация начинала надоедать. Теперь в голову пришла мысль сосредоточиться на могильнике, так как эти локации считаются сталкерскими и там очень редко встречаются враги. Дело действительно пошло быстрее и рано или поздно, но 7 уровень я все-таки получил. Да еще и редкие вещи стали попадаться чаще, как будто я был благословлен после всех прошедших мучений. Я уж было почувствовал, что стал играть лучше. Но, как говорил Конфуций, получая что-то, будь готов потерять другое, дабы создать равновесие во вселенной. А вот то, что я потерял, это пару пучков нервов и очередную неделю своей жизни. Ну, с другой стороны, грех жаловаться. Я вот тоже забрал у вас из жизни 3000 часов. Грустно? Да знаете, после 100 часов вы уже не человек, вы зверь, ёпта. Поэтому со спокойной, но ноющей душой отправляемся дальше. Короче, могильник 10 из 10. Из минусов, внезапно локация, которая полностью представляет из себя пещеру, не спасает от выбросов. Из врагов в основном аномалии.
Приятный приглушенный свет внутри пещеры, чтобы глазкам было комфортно фармить в бессонные ночи. Много артефактов, возможность получать опыт вплоть до 7-го ранга бара, дешевое комфортное жилье для двоих, приятный вид на пруд и церковь, дорогие редкие фрагменты для бартера. Умолчим, как эти фрагменты допереть до бара, это уже не наше дело. А для долга огромный бонус – это расстояние от базы в пару шагов. Кстати, о долге. 7-й уровень репутации позволяет нам наконец-то войти в бар в баре. Отличная, кстати, отсылка на экзибита. Находим здесь вербовщика от долга и принимаем у него цепочку квестов для вступления туда. Знаю, назрел вопрос, почему долг? Да все просто. После стольких смертей я тянулся к силе, не надо меня осуждать. А все северные локации были захвачены долгом. Ну вот я и решил туда пойти. Не говоря уже о том, что база свободы находилась под землей, и мне вообще не прикалывало разбираться во всех этих ветвистых тоннелях, входах и выходах. Тем более, что они не все соединялись друг с другом, короче, сплошной геморрой. Да и нахождение долга над базой свободы само по себе показывало доминирование. Поза сверху, Фрейд был прав. Но мы отвлеклись. Вот тут-то пора было и случиться инфаркту, так как оказалось, что первым заданием нужно отправиться на начальные локации. Такие дела. На самом деле квесты для вступления не очень сложные. Нужно было отыскать патрулей и забрать в них ПДА. Один из трупов лежал в каком-то ебейшем пси-шторме, и нужен был исследовательский костюм, но в долге все бойцы смекалистые, поэтому... Далее договариваемся об обмене пленным, и вот уже через 2-3 часа от начала пути я уже являюсь законным наследником великого клана военных. Странно, что у вербовщиков не возникло вопросов, откуда у меня эта прекрасная винтовка. Вступление во фракцию полностью меняло цепочку бартерных вещей, у каждой фракции они оказались свои. Конечно, я не учел тот момент, что теперь в зоне кроме бандитов, мутантов, завета, наемников будет еще одна фракция, которая захочет моих вещей, но это уже дело десятое, пускай поймают для начала. Были в этом и плюсы. Теперь на северных территориях, где до этого все воевали против всех, у меня был бы шанс найти своих однопартийцев, и это хоть как-то увеличивало шансы на выживание. О том, что я выбрал правильное решение, говорила мой голос. Зоновская зараза впереди. Он как-то сразу возмужал, стал жестче что ли, прямо показывая своим звуком, что со мной шутки плохи. А, и еще. Появился бесплатный подземный проход с базы долга до бара. Почему я сказал бесплатный, а не быстрый? А потому что нифига не быстрый, он невозможно долгий. В нем нет вообще смысла, разве только что устраивать спидраны по прохождению тоннеля, кто быстрее добежит. Меня удерживало только еще две неисследованных территории – великолепный Лиманск и северные локации. В Лиманск ввел новый квест, доступный после нового уровня репутации в баре, где нужно было противостоять иностранным наемникам и чего... К сожалению, новых квестов не было, но посетить Лиманск можно было и так. Туда открывалась дорога через пузыри в пространстве, и выйти оттуда тоже можно было только через пузыри, убив босса и залутав с него особый пропуск к Сиву. Пузыри то, пузыри сё, а короче, Лиманск это один сплошной мочевой пузырь, содержимое которого выливается на ваш каждый раз, когда вы пытаетесь там выжить. Я серьезно. Боты с гаусс-пушками, да я их даже не замечаю, орды мутантов, враги и боссы. Тоже можно сказать и про окрестности Янова. Но он понравился мне больше, тут хотя бы есть шанс выйти с локации в любой момент. Здесь много долговцев, вы можете также навязаться и сесть какой-нибудь компашке на хвост. Мне удалось вынести несколько пси-маячков и артефактов по мелочи, прочей ерундистики, используя тактику скрытого ниндзя. И вот, мы плавно подходим к главной проблеме для тех игроков, которым нравится играть одним. Вы не выживете в зоне единолично, не а, никак, не пытайтесь даже. Вам нужен друг, приятель,
Любимая собака, кто-то, кто прикроет вашу спину, поднимет вас, если вас ранят, заберет ваши вещи, если вдруг вы погибнете. Да, это приятно, что разработчики разделили всех игроков в зависимости от уровня вещей. Но деления по количеству игроков в отряде или без нету. Поэтому вы почти всегда будете встречать на пути отряды по 2, 3, 4, а то и 5 человек. И здесь будет только функция спрятаться или сбежать. Именно поэтому эта игра не для одиночек, не для тех, кто любит играть в одного. Не для интровертов, не для социофобов, не для, я не знаю, не для тебя, дорогой мой зритель. Причем, чем больше вас в отряде, тем, ну очевидно, в больших ситуациях вы будете одерживать победу. А то и вообще другие игроки постараются вас избегать. И, к сожалению, фракционные отряды здесь не помогут на начальном уровне, так как везде есть просто невыполнимые для 50 или 100 часов игры условия. Например, соотношение убийств к смертям 1:5 к 1, уровень экипировки выше 400 единиц и так далее. Давайте устроим перерыв. Я так быстро описал свои похождения, чувствую, у вас появилось желание поиграть в эту игру. Игра выглядит просто, да? Поэтому давайте разбавим мимимишность кадрами моих смертей во время всех вышеперечисленных моментов. Людям вообще нравится смотреть на страдания других. Я надеюсь, с каждой моей смертью ваше желание поучаствовать в этой вакханалии уменьшается, я прав? Или же наоборот? В общем-то, само нежелание играть дальше нарастает больше не от самого страха смерти, сколько от времени, затраченного на возрождение, закупку новых материалов, бег по пересеченной местности до точки последней смерти. Вообразите, сколько раз за 400 и больше смертей я пробежал километров, а сколько денег я потратил. Да, производители энергетиков должны мне на руках носить за такие оптовые закупки, и не только меня. Энергетики вообще, пожалуй, самый продаваемый ресурс в зоне, уж поверьте мне. А вокруг одни и те же пейзажи, и все это уже в печенках сидит. Таким образом, к концу 100-часового марафона у меня начали кончаться мои сбережения, так как расходы на закупку расходников, масло масляное, блин, перед началом похода были выше моей выживаемости, а следствие доходов, которые я приносил на базу. Да и в общем-то я уже дошел до той кондиции, когда устал умирать. После сюжета Сталкрафт превращается в ММО с открытым миром, где тебе не ставят никаких конкретных условий. Но проблема в том, что это ММО неполноценно. Ну вот что я должен делать дальше? Да, я наиграл 100 часов, но ни капли не продвинулся в прогрессе, если не считая рюкзака и прицела. Но, по-моему, лазер я еще купил, да? У меня есть оружие и броня, которые я получил после сюжета, и они не хуже, чем оружие и броня 7 и 6 репутации бара. Для примера, мой РПД, который я получил с креста огонька, это по сути тот же поношенный РПД 4 уровня репутации, но отличие от 7 уровня этого же пулемета минимальный. Ну урон больше на 3 единицы, но это такие сущие для меня пустяки, не говоря о том, что этот РПД идет уже со всеми обвесами, которые бы пришлось дополнительно покупать в бартере. Эти обвесы плюс заточка на 5 уровень. И вот пулемет даже выглядит лучше 7 ранга. Мне требуется накопить предметы всех предыдущих уровней, чтобы дойти до этого пулемета и перейти к более продвинутому оружию. А я не хочу этого делать, а зачем? Меня все и так устраивает. Я могу пройти на север. Я имею все те же возможности, которые имеет любой другой игрок. Меня бросает к своему же уровню, и нет игроков намного сильнее меня, понимаете? Я вот тут зашел поиграть в сессионные бои. И что я получил? Ветеранские гаусс-пушки убивают меня с одного выстрела. А я же могу выстрелить всю обойму, но на противника и не убить его. Ну не хочу я такого и в обычной игре. Нет, спасибо, я не хочу уходить на более высокий ранг. Оружие последнего тира стоит более 5-10 миллионов рублей. И это твоя единственная цель в игре после сюжета. Единственная прогрессия. Ты копишь на них неделями, наверное, даже месяцами, выполняя одни и те же действия. Рано или поздно получаешь ветеранские вещи, но преимущество над другими игроками не чувствуешь. Потому что система кидает тебя к твоему рангу, к таким же сильным игрокам. Ты изучил все локации вдоль и поперек, и единственное твое развлечение – убивать других игроков. Ты зарабатываешь деньги ради получения еще больших денег. Твой счет идет на сотни миллионов рублей. У тебя есть вещи легендарного качества, но это ничего не дает тебе в плане новых механик. Ты становишься сильнее для того, чтобы становиться еще сильнее. И это единственное занятие в игре.
Попросту говоря, в Сталкрафте нету эндгейма для ММО составляющей. А хочется подземелий, хочется развития фракций, войну за территорию, новые локации, хочется, я не знаю, давайте транспорт введем, развитие квестов, специальных вещей, таблицу рекордов, лора игры и так далее. Мало, давайте еще накинем. Взаимодействие игроков, строительство баз, влияние фракций на политику и экономику внутри игры и так далее, и так далее. Вот чего не хватает в игре как для ММО. Поэтому я бы назвал жанр игры не ММО, а МММ. Вот это больше похоже на правду. Дело в том, что даже задонатив, ты не сможешь просто купить нужную тебе пушку. В магазинах не продается оружие и броня наивысшего качества. Просто так. А чтобы их получить, тебе нужно купить кейсы, в которых помимо этого есть ширпотреб. Понимаете, вы покупаете за реальные деньги шанс получения нужной вам пушки. Причем этот шанс, как вы понимаете, очень мал. Кстати, у меня тоже есть к вам приглашение в финансовую пирамиду, но тут все честно, правда, честно, верьте мне. Оказывается, в игре есть реферальные ссылки, которые дают новичкам вот эти преимущества бесплатно. Так что можете воспользоваться моей программой, может вам будет полегче в начале игры. Главное, не донатьте в игру, я вас прошу, я умоляю на коленях. В принципе, этой частью можно было и закончить погружение в мир Сталкрафта. Если бы не одно «но». На самом деле, на данный момент я наиграл уже далеко больше 100 часов. Ну, может не далеко, а 115, но тем не менее. Мой взгляд зацепился за аукцион. И я решил, что воспринимать эту несправедливую игру можно немного по-другому. Как бизнес-стратегию, как монополию, вам даже не понадобится оружие, вашим оружием будет ваша уверенность и закаленный ум. Так что я попытался подняться вверх в финансовом плане, просто даже не выходя из бара. И да, это совершенно другая игра и другая тематика, поэтому я вам точно говорю, что стоит ожидать последнюю, финальную, окончательную, третье видео о Сталкрафте. О том, как разбогатеть, никого не убивая. Ура! Истинная концовка пацифиста. Наконец-то! То, чего вы так долго ждали. Вообще не ждали? То, к чему вы так долго готовились. Вообще не готовились? Разыгрывается набор холодцов, холодецов, холодец, холодц... Короче. Вместе с ними в придачу идут бутылка водки, вкусная белорусская тушенка и белый хлеб. То, что нужно для вечно голодных сталкеров. Условия просты. Рассказать смешной анекдот, а я определю победителя. И победитель получит все эти безусловно важные и очень нужные вещи. А на этом все. Большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео.